Арт-галерея при літньому театрі приймає гостей на виставку картин Георгія Ділієва «Гармонія Нурня». В експозиції представлені роботи, виконані в різних стилях і техніках. Народний артист України часто пише картини у подорожах. Я з собою завжди вожу акварель, як правило, пастель. Ну і, звісно, у мене ручки завжди є, і бумагу. И прямо в гостинице, вот пока еще полон впечатлениями какими-то, это не обязательно пейзажи именно той страны и того города, где я нахожусь, это могут быть просто общие впечатления. Відкриття виставки відвідало багато гостей, в їх числі лідер Української морської партії Сергій Ківалов. З Георгієм Ділієвим вони знайомі давно, та саме народний артист України 2 роки тому став ідейним натхненником створення нових напрямків на факультеті мистецтва і дизайну в Міжнародному гуманітарному університеті. Відтепер там здійснюють підготовку за спеціальностями естрадно-джазовий вокал і артист музичного театру. Одеса завжди славилась творчеством, Одеса завжди славилась вот искусством. И, Георгий, я горжусь, что я имею возможность сегодня чаще с вами общаться. Большое видится издалека, как говорили классики. Я думаю, что мы должны поприветствовать Георгия за его искренность и уважение гражданам Одессы. Мы должны, наверное, говорить о нем то, что он заслуживает. Он заслуживает самые искренние слова. Спасибо вам за приглашение. Я вам искренне благодарен за то, что вы делаете. Хотя мы с Сергеем Васильевичем Киваловым уже очень давно знакомы, но вот только в течение этого года уже я начал понимать, насколько много он вкладывает в культуру образования Одессы. Потому что часто бывает так, что одесситы, они здесь как-то так формируются, а потом уезжают куда-то за границу, в другие города. Очень редко, когда человек, вот живя в Одессе, и он остается сюда что-то вкладывать, свой труд, свою энергию, свой талант. Вот. И Сергей Васильевич – это один из немногих случаев, который именно так и поступает. Он не вывозит там какие-то ресурсы куда-то в другие страны. Он здесь все вкладывает в Одессу. Образи більшості робіт, представлених в експозиції, виникли при відвідуванні художником фестивалю Burning Man, який щорічно проводиться в пустелі Black Rock у США. На відкритті виставки були присутні близькі художника. Головною музою для створення картин, розповідає Георгій, стала його дружина Катерина. Я подаю ідеї. Я, наприклад, предложила йому написати щось, коли почався карантин. Предложила написати что-то вот в стиле как old school или как bad boys называется вот этот портрет. Я говорю, напиши какие-то такое в стиле комиксов что-то немножко, ну и что-то прикольное. Он говорит, я не умею так. Я говорю, умеешь. И где-то прошло 2 часа, я куда-то уехала, он такой присылает. Я говорю, видишь, а говорил, не умеешь. Он говорит, ну, ты лучше знаешь, и все. Ну, во-первых, я совершенно не критик. Я в искусстве в таком изобразительном совершенно ничего не понимаю. То есть на уровне каких-то ощущений таких, ну, визуальных, чувственных, которые переходят в какие-то телесные, ну, грубо говоря, нравится, не нравится. И, ну, скажем так, 90% работ папиных мне нравятся. Они абсолютно разные, но вы сами видели, кто не смог попасть сегодня на открытие, придут и познакомятся. У меня лично вся квартира завешена папиными работами, потому что в каком бы ты ни пришел домой настроение, тебе всегда есть куда кинуть свой взгляд и как-то словить это вот сейчас и наслаждаться. Крім творчої діяльності, Георгій Ділієв викладає у Міжнародному гуманітарному університеті на факультеті мистецтва і дизайну. Свої задуми та багаторічний досвід він передає молодим діячам мистецтва. Это невероятно здорово, это переоценить невозможно, потому что когда подобного уровня талантливые педагоги, которые являются не только состоявшимися артистами, но и художниками, и он художник, музыкант, артист в одном лице, и все это настолько одинаково здорово, что хочется его и слушать, и смотреть, и подражать его мастерству. Поэтому сегодня это праздник
праздник для одесситов, праздник для всех, кто сюда пришел в летний театр, посмотреть на его картины. Я думаю, что уникальность его в том, что именно в Международном гуманитарном университете есть разные сферы. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в сфере туризма, наш департамент культуры и туризма. Ребята проходят у нас практику, они участвуют в анкетировании, они разрабатывают системы анализа этих анкет. То есть они задействуют свой научный потенциал, вместе с тем они выходят так называемые полевые работы, они общаются с туристами, они задают правильные вопросы, они коммуницируют, они получают обратную связь. И вот такая молодая кровь, это очень важно для того, чтобы процесс не застаивался, для того, чтобы развивалась Одесса, и для того, чтобы никто не смел сказать, что вот прежней Одессы нет. Одесса меняется, как и весь мир вокруг, но это, безусловно, те великолепные традиции, которые всегда были в Одессе, но это и взгляд, устремленный в будущее, благодаря нашему современному поколению, благодаря нашему студенчеству, нашим талантливым молодым людям. С огромным удовольствием я приглашаю всех молодых людей, как вы говорите, амбициозных, ярких, талантливых. Но одного таланта, вот, что Бог дал, этого недостаточно, его нужно развивать. А чтобы развивать, нужны учителя. Вот. У нас с каждым годом все лучше и лучше усиливается педагогический состав. Прежде всего, это люди, профессионалы, в полном смысле. Не просто те, которые могут научить теоретически, а те, которые уже прошли этот этап в жизни через свой опыт. То есть набивали шишки, наступали на грабли. И этот богатейший опыт їм треба просто залишити, розумієте? Це просто необхідно. Бажаючи познайомитися з творчістю Георгія Ділієва, можуть відвідати виставку під назвою «Гармонія дурня» до 16 серпня.